Из центра Сочи самострою переместились в Адлер. Район успешно развивается, и недобросовестные строители начинают возводить свои объекты уже там. В прошлом году в Сочи насчитали 17 таких домов, в этом уже 39. Все они либо находятся только на стадии строительства, либо документы по ним уже в судах. Есть по большинству из них обеспечительные меры. Хочу сказать, что суды моментально реагируют, как только мы обращаемся с иском. Практически в тот же день, значит, мы получаем обеспечительные меры в виде ареста. Но и это не всегда работает. Суды идут, застройщик продолжает строить, в том числе привлекая средства покупателей недвижимости. И в итоге через тот же суд узаконивает многоквартирный дом. Мы вложили в эту агломерацию достаточно большие средства для того, чтобы развить курортную зону, сделать его круглогодично. Но вот эти факторы, связанные с экологическими проблемами, с законом строительства, они убивают лицо города и восприятие города как курортная зона. А потому вопрос незаконного строительства, подчеркнули на совещании, это проблема не только местных властей, у которых, к слову, нет контролирующих строительство функций, но и проблема краевой, федеральной власти. И ей должны плотно заниматься полиция, прокуратура, стройнадзор и служба судебных приставов. Если мы будем продолжать точно так же медикаментозно лечить эту болезнь, ни к чему мы не придем. Бороться с самостроем можно только межведомственным взаимодействием, тогда, когда работать по самострою, выходить на место и на землю, будут не только сотрудники администрации, а еще совместно с сотрудниками и прокуратуры, сотрудниками внутренних дел. На совещании предложили выработать и новые механизмы борьбы с незаконным строительством. Один из вариантов, который может стать альтернативой сносу самовола, предложил председатель Краснодарского краевого суда. Ведь часто на эту дорогостоящую процедуру просто нет средств в городской казне. Ввести статью конфискация. Есть решение суда, значит, сносить не обязательно, если этот дом соответствует. Главное, чтобы экспертиза проведена, что он не рухнет. И конфисковывать его в пользу муниципалитета все эти дома. Такой вариант, конечно, возможен, но его сначала должны одобрить на федеральном уровне. А пока все уровни власти должны использовать все доступные сегодня инструменты и продолжать активно бороться с самостроем. К слову, эта борьба дает реальные плоды. С 2015 года количество незаконных многоквартирных домов удалось уменьшить на 72%. Инга Габешия, Ольга Десятова, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.